Пришли за покупками, попали на концерт. Военный оркестр Росгвардии устроил предпраздничный флешмоб в одном из торговых центров Чебоксар. Обычный будний день. Покупатели спешат за обновками в отделы торгового центра. Как вдруг звучит живая музыка. Барабан, альт, тромбон. На одной сцене музыканты выступают много лет, но на площадке торгового центра в первый раз. Только зашла, услышала и сразу спустилась вниз, чтобы посмотреть и послушать поближе. Для поднятия настроения живая музыка. Хороший оркестр, классно играет. В исполнении музыкантов звучат марши, музыка из кинофильмов, джаз и рок-н-ролл. Выступление прекрасное, очень воодушевляющее. Настроение весеннее сразу создается. Мы пришли с мамой в Каскад за покупками и были удивлены тому, что у нас в торговом центре проходит концерт, приуроченный к 8 марта. Очень классно. Давайте как-то неординарно выступим и поздравим женщин страны, да, можно сказать. Вот. И вот возникла такая идея. Хочу поздравить дорогих наших дам, женщин с наступающим или с Международным женским днем. И хочу пожелать семейного счастья, чтобы любили и мужчины вас в этот день поздравили неординарно, как мы сейчас поздравили с нашим оркестром. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шуклев. Республика.